пропуск выписан в 10:05. Я же у вас тоже просто... Ну как есть, вы же по закону подошли. Раз по закону давайте, я привезу документы. Как дальше? Ознакомьтесь, что такое шахта и как на нее надо проходить. Нормами закона все утверждено. Я вам говорю, нормами закона все утверждено. Значит, если я провожу документы, вы опять меня не пропускаете, я так понимаю? Ну так с ними же надо ознакомиться. А что вам надо ознакомиться? Я уже привез, вы тут не посмотрели, я ознакомился. Как это? Сказали... Я же не могу по первому листу, что это статут и выписка, сказать, что это все хорошо. Я должна его прочитать. Или не должна? Ну, сколько вам надо на прочитание документа? Неделю, две, три? Да, буквально до следующего понедельника я все прочитаю. Да, да. Вы что? Ну что, роман? Вы что, не умеете? Вы что, роман читать? Да. Что, третий туда написал вам или так? Вы сейчас ознакомились с документами, я вам принес. Вы ознакомились с документами? Нет, конечно. Ну как я могла ознакомиться с 20 листами? Понятно. Значит, еще раз. Обращаю ваше внимание. Просто обращаю внимание. Даже при наличии документов. Они опять сейчас говорят о том, что они не пропускают. Скажите, кто сейчас провоцирует вот эту толпотню, которая может произойти вот здесь на этой проходной? Кто? Вот первый юрист, вот эти ребята, которые сами, скорее всего, не понимают, почему они стоят здесь и для чего они. Вопрос стоит о том, что на шахту не пропускается именно рабочий этот шахт. Рабочие теперь продолжим постановление. Евгений Иванович на данный момент не предоставил документы и прикрывается тем, что он их предоставит когда-нибудь. Надлежащим образом документы не предоставлены. В данный момент работники предприятия спокойно, соблюдая пропускной режим, прошли на предприятие и общаются с членом профсоюза, с главой профсоюза, который аккредитован профильным министерством. Евгений Иванович в данный момент является человеком, который имеет двойное гражданство, хочу добавить, о чем идет следствие правоохранительными органами. И мне интересно, каким образом человек с двойным гражданством пытается пройти уже второй раз на государственное предприятие. Государство Украина. При этом человек прикрывается тем, что он глава профсоюза, не предоставляет документы надлежащим образом. Прошу привлечь внимание правоохранительных органов для того, чтобы проверить законность деятельности Косенникова Евгения Ивановича. В данный момент это... Заявления популистические. Евгения Ивановича нет документов. Он в очередной раз пытается, используя сотрудников предприятия, зайти на это предприятие незаконным способом. Потому что меня перекрикивают. Чего ты перекрикиваешь? Мы не знаем, кто ты такой вообще. Документов не хватает. Он предоставил нам статут, выписку из реестра и выписку от налоговой службы о регистрации. То есть юридические документы, что не являются юридическим лицом, с названием «Колледжно-профспилковая организация «Запись праздник ПРОС». Он не предоставил, согласно закону о профсоюзах, реестр работников, которые входят в его профсоюз, что является согласно статье закона о профсоюзах, что могут быть только члены работниками предприятия. Также он не предоставил, как у него избирательная должность, его должны выбрать. Он предоставил свои полномочия. И для того, чтобы это увидеть и ознакомиться, нам, естественно, необходимо время, но он 2 месяца никак нам не может предоставить. Спасибо вам. Напомните, как подписать правильно, записывать, да? Как вас зовут и должность? Начальник не родила, когда вам нужно. Спасибо. Я прошу его вам показать. Правопорядок. Экрану правопорядок. Иди сюда, Станин, иди сюда. Что я должна ему предоставить?
предоставить. Так вот, эти комиссии требуют 4 элементарных документа, которые первые и меньшие. Я рассказываю. Ну так и не надо нам рассказывать. Я бы также хотел добавить, что Костенников Евгений Иванович прикрывается тем, что он помощник народного депутата, имея двойное гражданство. При этом его помощница Юля подтверждала, как говорится, находясь среди людей, о том, что да, двойное гражданство. Я это сам слышал. Крым чей? Ответьте мне. Крым чей? Почему уважаемый человек прикрывается тем, что он помощник народного депутата, является гражданином Российской Федерации и имеет двойное гражданство? Касательно документов, документы предоставлены не были. Все, что было сказано, это о том, что ищите в интернете. Так же, как на четырехсторонней встрече, в которой участвовал советник министра профильного министерства, когда выступал помощник Евгения Ивановича, который представился его заместителем, он сказал, что он является каким-то там членом какого-то там комитета энергетика угольной промышленности. Когда его попросили предоставить удостоверение, он сказал, что информация есть в свободном доступе в интернете. К сожалению, в нашем государстве Украина есть законы, которые требуют соблюдения законов норм делопроизводства и нормативных актов. Поэтому как бы, мы придерживаемся законности, мы защищаем права шахтеров и требуем, чтобы соответственно профсоюзы, которые называются профсоюзами, предоставляли документы в нужном порядке и в соответствии с законами Украины. Спасибо. Вы представьтесь, пожалуйста, только как? Я неоднократно представлялся. Меня зовут Воля Андрей Владимирович. Я член общественной организации, которая называется «Правопорядок». Конкретно мы соблюдаем законы Украины. Это наша основная цель. Спасибо. Пожалуйста. Что вы именно представляете на этом предприятии? Не что снимаю. Вы делаете соблюдение на этом? Соблюдение законности. А что вы мне указываете? А как вообще делать? Вот статья 36 Конституции. Ну вы, да. Работа ведет сделки, тем более приятно. Ребята, есть организация, которая занимается соблюдением законности. Какого? Это то, чтобы законность соблюдалась. Андрей. Мне нельзя сказать, Андрей. Что в открытом доступе. Вы приходите в интернете. Вы приходите просто из права. Потому что говорят, что вы не будете. Через дорогу.